Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева. Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка. В течение ночи оперативно-тактической авиации поражены 68 военных объектов Украины. Среди них три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе три БУК-М1 и один ОСА, одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.